На улице Молдавской, недалеко от так называемой объездной дороги, планируется строительство котельной. В соответствии с правилами застройки и землепользования, участок расположен в производственной зоне. Градостроительным регламентом данной территориальной зоны не предусмотрено размещение котельной. Размещение таких объектов возможно в зоне инженерной инфраструктуры. На рассматриваемом земельном участке находится объект незавершенного строительства. Участники публичных слушаний проголосовали за замену производственной зоны на зону инженерной инфраструктуры. Обсудили также территориальное зонирование и еще двух строительных участков в районе 17-го дома индустриального микрорайона и 21-го дома по улице Пушкина. Основанием для разработки проекта является обращение ФГБУ Западносибирской УГМС о предоставлении земельного участка с помощью размещения стационарных пунктов государственной наблюдательной сети, постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха согласно схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. Принято решение оба участка переименовать из жилой зоны в зону специализированной жилой застройки.